Так, теперь, друзья мои, мы переходим к самому интересному, что может быть на свете. Сейчас каждый из вас, любой, может задать тему, которую музыканты будут оживлять в красках, в звуковых красках. Ну, пытаться построить рисунок в звуковых пятнах того, что вы дали темой. Ну, это мы как бы всем открытое окно, цветущий куст или еще чего-то. Только подумайте, что самое драгоценное в вашей жизни вы хотели бы увидеть, чтобы не просто так одуванчик сквозь асфальт пробился, а что-нибудь такое грандиозное. Итак, как только теперь камеру можно выключить, как только у вас возникла мысль, поднимаете руку, мы включаем камеру. Или не выключаем камеру. А сколько она у тебя пишет? Давайте подождем. Давайте, кто-нибудь есть тема? Кому-то? А можно фейерверк? Да, фейерверк. Я хотела какого-то фейерверка, вы знаете, он такой вот был бы радужный, мозаичный, он бы переливался разными лучами. Итак, тема для импровизации — фейерверк. И мы услышим два фейерверка. Один фейерверк сыграет Федор Амиров, а другой сыграю я. Начнем с Амирова. Thank you.
Спасибо.